Приветствуем вас на канале «Веселая семейка». Приглашаем вас в наш Инстаграм, в котором мы будем рассказывать о наших буднях и то, что у нас происходит за кадром. Подписывайтесь на наш Инстаграм «Мари Капу 34». Андрюша, а ты будешь гречку с котлеткой? Я приготовила. Нет. Ну, немножко надо покушать. Нет. Не хочешь? Нет. Ну, мама придет и скажет, а почему мой ребенок сегодня не покушал? А бабушка что скажет? Вот зачем мне вот это выслушивать? Давай кушать. А? Нет. Ну, как нет-то? Ну, я тебе, знаешь, как интересное что-то приготовила. К тебе в гости придет сейчас черепаха. Ты черепаху будешь пробовать? Тоже не хочешь? А я думаю, ты с удовольствием попробуешь вот такую черепаху. Посмотри, какая она красивая. Ну-ка, раскрути ее. Вот, ну-ка, рассказывай, из чего наша черепаха приготовлена? Ого! Рассказывай, что ты видишь на тарелке? Колбаску. Колбаска. Это сосиска. Еще что? Носик из помидора. Так, а глазки из чего состоят? Огурчик, Андрюш. Огурчика. Огурчики. Ну, давай я тебе вилку дам, и ты попробуешь. Андрюш, ну-ка давай попробуй скорее. Скорее пробуй вкуснятину. Вот эту уберем, вот эту. Ой, глаз. Ну, пробуй, пробуй. Андрюш, ну как, я смотрю, прям настроение у тебя на глазах поднимается, да, Андрюш? Ну, мама теперь будет довольна, придет, не будет бабушку ругать, что ребенок ее плохо кушал, да, Андрюш? Ты же все хорошо покушаешь сегодня? Андрюш, ну покушаешь хорошо сегодня? Ну, молодец. Говори, всем пока. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока!